какая причина была бы веской. Для чего? Оно сказало, что моя причина узнать побольше о перемене облика недостаточно веская. Да какая причина была бы веской? Не знаю. Назови мне причину, а я скажу, веская она или нет. Так, оно может просто объявить недостаточно веской любую причину. А тебя это злит, верно? Я бы сказала, что в своем садизме оно сильно смахивает на птицу. Отлично. Предлагаю на этом и закончить.